создавали моменты сложные матчи, интересные, когда речь еще не успела. Вот, не знаю, завершение мы хотелось. Надо бывает. Ну, в овертайме вас так знатно погоняли туда-сюда. Не почувствовали себя даже полевым игроком? Нет. Не получилось, вот, Салавата, реализовать большинство сегодня, что в овертайме, что очень много по ходу встречи, как бы, со стороны вратаря, чего не хватает на команде? Мы реализовали большинство, ну, одно, да. Просто вратарь где-нибудь где-то хорошо сыграл, просто не попали в ворота. Моменты были, поэтому это не проблема. Много моментов создавали, и будем тренироваться, готовиться. Но вот эта игра уже похожа на матч в плей-офф? Да, если был плей-офф, овертайм продолжался. Большое количество матчей Салавата сейчас именно с конкурентами по Востоку, Ангарс, Единственные, все тоже опять-таки против ближайших конкурентов. А вот это как-то лучше, может быть, для команды, что постоянно в таком тонусе находится или немножко перестанете, и вы можете уже знать. Мы знаем, против кого играем, мы знаем наших соперников, поэтому будем держать себя в тонусе, как сказали, готовы цель. Еще пока не выбрали какого-нибудь удобного соперника в плей-офф для себя? Еще рано, все так близко идут, поэтому еще большая борьба впереди, три важных игры. Поездки будем стараться набрать очки. На Сибири хотелось бы встретиться? Ну, не важно, мы не выбираем, как сложится, так и будем играть.